have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и загрузился я не с того сохранения, где мы были, а чуточку раньше, капельку, на пару минуток, потому что я хочу по-человечески выбрать, я в прошлый раз ошибся с выбором, если мне придется туда идти и говорить, то я предпочел бы все-таки разговаривать с девушкой, поэтому я выберу вот это. Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. А, ладно, нате вам, подавитесь. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла? Супер. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. В 9-й? Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Да, пожалуйста, да. Сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. Спасибо. А не пошел бы ты нахуй. Желаю вам приятного отдыха. Так, ладно. Кабинка номер 9. А, номер 9 в другой. Ну, понятно. Значит, окей. Номер 6 у нас в прошлый раз. Вот тут, когда мы выбрали этого мужика, он был здесь. Теперь девушка у нас вон там. Весь этаж в нашем распоряжении, это охранники. Я так и не понял до конца, стоило ли мне в прошлый раз устраивать этот весь дебош, всех метелить, или нет, или как это все происходит. А ты у нас, оказывается, извращенец. Почему? Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. Там он объяснял мне, что я извращенец, потому что я случайно выбрал мужика. Здесь-то чего я извращенец, я не понял. Ладно. Лифт? Серьезно? Ящик? А что в ящике? Ну вот ящик, и что? А, это я сюда трупы могу, что ли, прятать? Да ну, блин, вы серьезно? Ладно, пойдемте. Камеру, кстати, можно взломать. Зачем? Взлом протокола. Ты что такое? А, это голографическая программа, я понял тебя. Ладно, пойдемте по сюжету. Ну, не по сюжету, а то, как нас просят. Привет. Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут Винсент? Скакай отсюда. Ну и что мне с тобой делать? Интересно, чем это закончится. Сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви. Хотите поговорить об этом? Я ищу одну девушку. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. Ты фига психоаналитик? У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь? У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Начинается вот такие. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. Так и будешь говорить загадками? Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. Вот, а дальше что? Вот это вот хождение вокруг да около. Что-то вроде того. Попробуй.
Так вот вы исполняете? Мне сказали, тут исполняют самые смелые желания. Не этого я ожидал. Любые невыполненные желания со временем превращаются в потребности. Наша задача — находить их. Для этого мы здесь. И какая у меня главная потребность? Примириться с тем, что ты уже умер. И начать жизнь сначала. Сфигали... Ладно, давайте я просто промолчу. Расскажи, о чем думаешь. Примириться? Конечно. Можно просто лечь на пол и лежать, пока не сдохнешь. Ты предлагаешь сдаться, я так понимаю. Ты боишься, потому что потерял надежду. И еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Почему я должен ей все это рассказывать? Ты у нее расспросил, где Эвелин, она тебе начинает нести фигню. Стоп, слово. По смерти. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? У тебя спросили, блин. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что... нет. Что нет? Жалко, если с твоим лицом что-то просто случится. Просто ответь, я от тебя отстану. Будешь дальше делать, что ты там обычно делаешь. Обычно я держу язык за зубами. Особенно с теми, кого первый раз вижу. У клуба, наверное, серьезные требования по внешности. Что, если ты перестанешь под них подходить? А что-то необычное последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Ну? Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Кто это? Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В шестой кабинке, а не. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Вообще, знаете, в чем прикол? Вся вот эта ситуация... вся вот эта ситуация с вот этим вот борделем, со всей этой фигней, очень сильно напоминает... ситуацию с... Блин, как она? Как эта игра называлась? В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю! Попасть? На этой неделе у вас нет доступа в VIP-зону. А я говорю, есть! А я говорю, нет. Силой открыть не могу. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан! Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы. Этот дебил не хочет меня пускать, я тут уже полчаса стою! Насколько я вижу, ваш пропуск в VIP-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, и нам придется вас видеть. Так, Б, С1, 55, Б... Я что-то не так ломанул, да? Сейчас обратно наверх. Ага, сейчас только схожу по СУ. Так, сейчас только схожу по СУ. F5. Взлом. А я могу его взломать? Пойди. Пять.
Ну и что я сделал? Убить, конечно. У меня есть... Я могу у тебя пропуск забрать-то? Вип-карта. Катана! Я сказал, что если я когда-нибудь найду катану, я ее заберу. По-моему, это только что случилось. Так. Ай, блин. Да холстер ты выбери, наконец-то. У меня карта, чувак. Мне можно. Доступ разрешен. Вот, видите, нормально. Его может спрятать надо? Да пофиг, кто там пойдет в туалет что-то смотреть. Что будет? Все равно. Хоть бы этот не пиздел, не по делу. Два секс-зомби за один день – это слишком много, даже для меня. Так, нам сюда? Да, это вторая комната, пойдемте, F5. Привет. Вот ты отвратно выглядишь. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю, у меня нет твоих данных? Я даже не знаю, что делать. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. Угу. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Лицевой? Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была... Осака или Осло? Осло, да, точно, Осло. Лицевой экран в табло дали. Лицевой экран, блин. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Понятно. Кто такой Дубман? Где мне его найти? Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке. Только клиентам туда нельзя. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты. Решает вопросы. Само собой. Может, ясно. Этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится. Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Чувак, блин. Неужели до 77-го года корону никто не вылечил? Серьезно? Ладно. А почему я с барменом поговорить не могу? Ну, то есть, блин, всегда у бармена всегда можно было выпытать кучу всего. No entry. Угу. Ты мне навешаешь, если я туда зайду? Дарка, иду. Так, не то. Вот это. Снаряжение. Да-да, я готов. У меня еще и железо новое. Мотоцикл, блядь! А колеса это то что-то кидался. А можно? Зет. Гарри Флинн, слушай, подмени меня в субботу. Сори, не вариант. Пожалуйста, не в субботу. Не, в субботу всегда звездец. Блин, мой пацан из дома сбежал. Ну ищи его сейчас, может найдешь до субботы. Да я знаю, где он. В субботу поеду к родителям просить денег на выкуп мусорщикам. Эти уроды его на солями порежут, если я не отдам. Я тебя на коленях прошу. Ладно.
Вот кому я кровь допущу! Оп-оп-оп-оп-оп! Я пошел? Я не пошел. Блин, как мне туда? Мне не хватает технических умений, мне не хватает... Так, и как мне туда проникнуть? Что вы предлагаете? Я ее видел. Куртка Эвелин? Что это? Куртка Эвелин. Мятая и грязная. Похоже, давно здесь лежит. Ого. Значит, ни в каком она не восле. Понятно. Давай поиграем. А, чувачки, вы совсем дебилы? Вы бы открыли дверку, зашли бы сюда, не? Ну, что мне теперь с вами делать? Где ты, Гуи? Чего это? Чего? А, типа вы меня потеряли, что ли? Серьезно? Эй, давай, выходи, поиграем! Вы настолько дебилы? То есть мало того, что ко мне никто не пошел, так вы меня еще и потеряли? Да-да-да, все так и было. Мне бы, кстати, пушку, наверное. Получен новый предмет. Я автомат получил. Так, прими технические умения. Да погоди ты. Сейчас, погодь, я автомат одену. Что это за манипуляции были? Так, я отсюда прям добавить не могу, нет. Спасибо, молодцы. Снаряжение. Что я там получил? ППшку? Пульсар 47. Ну, такое себе на самом деле. Ну, хоть что-то стреляющее. Ой, патроны на него есть, отлично. Давайте поговорим. Минус камера. Они меня потеряли. Ну, почти. Да-да-да-да-да. Серьезно, они меня теряют? Я ж, блин, тоже так могу, чувак! Тоже ж говорю, так могу! Сейчас я перезаряжусь. Блин, оно вообще урона не наносит. Серьезно, курица довольна. Так, ну я восстановлю сейчас, у меня что-то восстановление в бою идет. Где ты? Вылезай! Кто ты? Чего тебе надо? А я мог тихо пройти. Не бойся, я просто кое-кого ищу. Расслабься. Я просто ищу одну девушку. Расслабься? Мне предлагают расслабиться... Половину? Я двоих только убил. Перерезал половину персонала? Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Давай не будем время тянуть. Я террористам помогать не буду.
Ладно, чувак. Освальд Форест? Это босс, что ли? Ну, босс так босс, как скажете, у меня еще есть патроны. Хотя у меня на него патронов нифига не хватит. Мне придется его серьезно мечом дорезать. Террористам он, блин, помогать не будет. Успокойся. У меня последняя обойма, между прочим. У меня хп-шка вас... В смысле ты меня простреливаешь? Ты не офигел? Победить Дубмана. Ладно, я вас понял. Хорошо. С контрольной. Может, туда можно тихонечко как-то проникнуть, чтобы... Сейчас посмотрим. Где я там сохранялся последний раз? Вроде было до перестрелки, да? Вылезай! Ситуация вышла из-под контроля. Ага. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Я террористам помогать не буду. Давай не будем время тянуть! Давай. Вылезай! Четыре процента ему снял, классно. Ты выходишь из своего кабинета или нет? А, ты за стенкой психуешь, ладно. Восстанови хп, пожалуйста. Я ему вообще никакого урона не наношу, вообще, блин. Черт! Вылезай! Но мне придется, знаете что? Я пойду еще кого-нибудь убью, чтобы мне патроны просто добыть. А то, кстати, вот это можно было. А почему у него только дубинка? Это странно. Так, что это? Секс и хром, волны удовольствия, та-та-та-та-та. Ребят, почитайте, кто хочет, не знаю, я сейчас не... Вот это я читать как-то не хочу. Патроны, мне, блин, на самом деле, у меня патронов не хватит на этого урода. Мне придется его или мечом потом дорезать, или что-то еще. Это не очень красиво, блин. Я понимаю, что это можно было все простелсить, скорее всего. Ну, то есть, по-человечески. Давай не будем время тянуть. Давай! Ну, я ему половину хпшки я ему, наверное, снесу. У меня осталось еще 2,5 обоймы. Сейчас я восстановлюсь. Черт с ним, давай в 5. А, невозможно во время боя, точно, точно, точно. Ты там стреляй, стреляй пока что. Что за быстрая атака? Понятно, 7 хп. Быстрая атака. Быстро потерять свои жизни, вот как это называется. А, черт с ним, давай, иди сюда. Его быстрая атака намного более эффективна, чем моя, если что. Но что-то вливается туда, ну вот, последняя обойма пошла. Ты катану взять не хочешь в руки? Почему она у меня не поставлена? Вот это интересное кино. Серьезно, я же... Что, блин? А где моя катана? Вы не подскажете? А, вот она.
кстати, более эффективных, чем вот эта пукалка, с которой я приходил. В смысле, он регенится? Вообще нормально, он регенится? Да 7% добей уже его. Да ты просто король допросов. Спасибо. Ты помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Высмотри правду. Или взломай деку. Да, точно. Информацию. Так, вот этот автомат, кстати, он бесполезный вроде как, да? Так, экспам не прилетело. Надо глянуть снаряжение. У этого 47. У этого 134. Ой, вот это красиво, кстати. У этого 107. То есть даже вот этот вот пульсар лучше. Блин, почему я стрелял из той пукалки? Я не знал, что у меня есть второй автомат. Ладно, а ты используешь какие патроны? Надо будет посмотреть. У этого хороший урон в секунду, да и прицел неплох. Давай не будем время тянуть. Давай, давай. Применить. Так, ты в деле? Гадкий дракон. Дубман. С тобой разобрали. А, с тобой раз... Вылезай! С товаром, тьфу ты. Вот эти крики за стеной меня начинают напрягать. Я, может, пойду сейчас кого-то убью. Ладно, с товаром разобрались. Организуй нам 5-6 девочек и 2 мальчиков. Только смотри, чтобы они были молодые, а не как в прошлый раз. Так, слышал, ты специалист по... Джонни, блин, ты меня напугал, тварина! Ей сломали чип. Может, он отправил ее в починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. У меня в облаках есть одна раздолбанная кукла, посмотришь? Вот это, кстати, не очень приятная фишка. Есть во многих играх, не только здесь. Когда ты только открыл нужный тебе документ, а у тебя сразу же идет комментарий по этому поводу, хотя ты еще его не дочитал, и ты не знаешь. Это такой микроспойлеры. Не проблемно, ну, как бы, ладно. Ну-ка, а что с ней не так? Если бы я знал, сам бы ее починил. Приди, посмотри. Лучше привези ее ко мне, у меня клиника на Чпок-стрит. Рядышком с поп-бар Чпок-стрит, блин. Сколько это будет стоить? Смотря что, договоримся. В крайнем случае, оставишь ее в счет ремонта. Кстати, да. Что там в итоге с работой в облаках? У меня есть еще одно предложение. Они не будут ждать вечно. Но я решаю, кого брать, а кого не брать. Пришли портфолио. Когда ты хотел... Тебе портфолио не нужно было. Иди нафиг. Привет, Джинджер. Как ты? Надеюсь, у тебя, как всегда, все бодро, и ты еще не провафлила все свои полицейские связи. Мне нужен голопроектор. Мне нужен голопроектор. Я знаю, что у копов они хорошие. Заставь мне один. И еще надо, чтобы ты мне кое-что... порасследовала. Что значит достань мне? Не нужно. То и значит, не нужно. То и значит, когда ты устраивала оргию, я тебе одолжил кукол. Они все записывают. Если не хочешь, чтобы твой любимый муж получил от меня письмо, ты мне нужна с голопроектором завтра утром. Окей. Окей сразу. Еще одна такая история, как с Эвелин Паркер, и ты отсюда вылетишь. Хироми так сказал, ладно бы твои отношения к куклам, ладно бы то, что ты побил клиент, но это уже переходит все границы. От... Ага, Дубман, понятно. Первый день, босс, я решил... А, добрый день, босс, я решил вопрос с Паркер, отправил ее к Риперу на Чпок-стрит, его зовут Фингерс, хотя, по правде, надо бы Фейс, он ей дальше займется. То есть, я вот только сейчас до этого дочитал, а этот комментарий пошел сразу же насчет того, что, ну,
Ладно, новости. О, это я могу почитать. Не, спасибо. Спасибо. Не-а. Револьвер. Так. Ну что, получается выйти. Нам нужно будет на обратном пути забрать свои пушки. А я могу и здесь выйти, что ли? Я бы вышел через нормальное это, потому что... Администрация. Опасная зона. Бла-бла-бла. Это та дверка, которую я не мог взломать, походу, да? Ну, наконец! Огонь из серии! Ты там что, регенится, думаешь, что ли? Зачем мне поднимать тело? Это же тело. О, я патроны подобрал к нему, супер. Чувак, ты уехал, все, до свидания. Отрегенимся, интересно? Кто тут что гасит, я не понял. Кто тут интересовался? Узбогойся. Все? Договорились? Отлично. Я люблю, когда можно быстро договориться с человеком. Пойдем обносить тут все. Это мое, спасибо. Я думаю, что мне оно понадобится. Где тут ушлепочек был, которого я грохнул? А, вот он. Патроны. Нет, патроны не те, кстати. Выйти из обл... Тут у меня получается одна обойма на этом автомате. Давайте посмотрим. О, у меня новый уровень, круто. Надо будет потом вкачаться. Снаряжение. Что у нас на третьей мы можем? Что закинуть? 109. Это на том же калибре, так, 107. 106. У меня есть этот пистолет, кстати, да, хорошо. 107, 105. 109. Ага, это те же патроны. Значит, мне не подходит. Там надо пистолет поставить. Вместо вот этой фиговины поставь мне, пожалуйста, наверное, вот этот вот. Да, на него патроны другие, хорошо. Ну и катана еще никому пока не вредила. Тут еще кто-то, что ли? Где? Внизу? Да, иди сюда. Сам такой. Так, и пяточка. А, во время боя, спасибо. Они что, по мне попадают, что ли? Вы совсем офигели? Класс. Дальнобойное оружие — это дальнобойное оружие. Это тема. Дайте мне к нему патронов. О, я могу перезарядиться, отлично. Чпуньк. Все, мы договорились? Я не могу эту штуку ломануть, печалька. А тут у нас просто туалеты, да? Ну и да пофиг на вас. Трупы прятать, блин. Еще чего. Mm-hmm.
Я тут все позабираю, если вы не против, да? Уже с этим никаких проблем нету. Надо будет как-то рассортировать мусор, крафт. Вообще все, что здесь происходит. Мне это не нравится. Я должна... Я ничего не знаю, я просто тут работаю. Поньк. В смысле я ты ничего не знаешь? Я просто тут работаю. Еще раз, встань. О, там можно что-то было почитать. Если вы любите бренд так же, как и мы, вам в Лизис лучшего бренданса. Ага, это реклама Лизис у нас. Окей. Можете почитать, ребят. А как же по смерти? Это же совсем другой разговор, да? Там вполне можно отдохнуть и расслабиться, но по смерти прежде всего место, где делаются дела. Такие встречи... А, хотите встретиться с фиксером, обсудить с клиентом подробности важного выступления за рюмку-другую или просто расслабиться, посмотреть, как туда-сюда снуют лучшие наемники и фиксеры на сети. По смерти лучшее заведение для бла-бла-бла. Не-не-не, стой. Мне так... О, нормально. А то я в тебя попасть никак не мог. Я могу сюда как-то зайти-то? Я убил камеру, не убил? Так, все, забираем все нафиг. Оружие возвращено. Я так понимаю, что у меня далеко не... Ты не офигел? У меня мало патронов. Узбагойся. Ах ты, выглядел! Офигеть! Это что сейчас было? Что за дроидыки? Убит офицер! Повторяю, убит офицер! А вы тут сюда спавнитесь. Вот это сейчас было нечестно. Вот вообще нечестно, ребят. В смысле, что это за спаун посреди этого? Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Как думаешь, в эту финансовую? Если бы я был предсказатель, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Блин, они меня убили. Классно. В смысле есть спаун врагов? Вы совсем офигели, что ли? Как? Что это за... бесит. Как так? Ну в смысле спаун врагов? Ну это же вообще низко. Ну то есть ты предполагаешь, что ты можешь отсидеться где-то в уголочке, все нормально. Они тупо материализуются из воздуха. Я теперь аж отсюда начинаю. Сдохни, тварь. Ну вот это сейчас меня игра очень сильно расстроила. Просто чертовски. Все, договорились. Что за рывки? Че меня кидает? Блин, у меня аж прям сейчас это... Все желание играть отпало после такого дерьма. Ну как так-то? В смысле спавнящиеся враги? Да беги! Блин, я тебе shift нажимаю.
109, 103. Автоматический пистолет. Так, ты идешь нафиг? До свидания. Что здесь происходит? Так, из этой штуки фиг кто попадет. До свидания. Короче, полная жопа. Это ты про свою пятую точку, у тебя сочувствие. Я не знаю, как ты с этим жить будешь. Меня что, ломает кто-то? Ребят, 10 патронов, ну не хватит же. Такой бред. Не знаю, серьезно, у меня сейчас просто отбило настроение играть на всю игру вперед. Ну как так можно-то? В смысле спавнящиеся враги? Ну блин. Спавнящиеся враги. Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не возвращать. А, то есть... Я ничего не знаю, я просто тут работаю. Серьезно? Меня чисто из-за нее полицейские начали стрелять? Из-за того, что я эту... не буду говорить, кого грохнул? Игра, просто иди нафиг с такой логикой. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Ты только учти. Когти тебе этого не забудут. Так черту когтей. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказатель, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Это да. Это да, чувак, ты прав. Какой бой нафиг? О! У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельма. А, блядь! Да шо с состоянием? Мне же сказали, у меня еще неделя есть. Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Что тебе надо? Лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. В смысле выставил? А для этого мне нужен ты. Скажи, зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы?
Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Что это такое? Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Угу. Я вижу, что с тобой стало. Я же видел воспоминания. Он тебя нехило отделал. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал, но это не важно. Важно вот что. Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Да, так ты и стал конструктом. Именно. Так у тебя и зависла сигарета в воздухе. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. И что дальше? Договаривай. Давай, давай. Ты хочешь, чтобы меня скопировали и потом куда-то вселили? Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. Как ты хочешь уничтожить? Ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Почему до сих пор в опасной зоне? Что с мини-картой? Я не понимаю, она не прогрузилась? Почему я в опасной зоне? Что происходит? А, все, нормально, мини-карта подгрузилась. Позвоните Джуди. Себастьян. Джеки Уэллс. Кстати, ему до сих пор можешь позвонить, да? Джуди Альварес. Ну, давай. Все-таки мне позвонил. Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука! Не знаешь, где искать? Вот это реакция! Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Чпок-стрит, ага. На нем клейма ставить негде. Ну я к нему еду. Еду к нему. Вдруг она там. Потом договорим. Какой нафиг бой, ты о чем? Дайте я сохранюсь, уберите статус боя нафиг. Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Тебя бесплатно зачипировал? Пиздишь! Ага. Ага, слушай, еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Да? Пока, Ви. Даже в рассрочку? Ну я же говорю, после операции просто сказал. Так. Увидимся. Все? Нормально? Вот эти вот сейчас глюки, это было, ну, вот вообще не очень... Так, ладно, на третьем у нас там стоял шотганчик, так оно все и останется. А вот здесь, вместо пистолета, что мне стоял? 117? Кёнсин. Кстати, да, давайте поставлю его. Хоть тот и автоматический, но все же... Нет, и насчет автомата. Автомат у нас, кстати, фиолетовый.
Аякс. Ну, насчет автомата, да, у меня вот этот вот стоял на 107 единиц урона. Пусть стоит этот, это у нас, похоже, максимально прокачан. Так, ствол глушителя уменьшает урон. Урон на 30% уменьшает, идите нафиг. Я пока такой размен не хочу. А с тобой что? Распылитель увеличивает урон конечностям, да-да-да, было такое. Хорошо, уровень. Нам нужно... Нам все равно нужно вкачиваться в силу. Силы нужно хотя бы 7, то есть следующий уровень тоже пойдет в силу. Куда вот эти две желтенькие дети? Я посмотрю в следующий раз, наверное. Убери пушку, пожалуйста. Зачем? Ну я ее поставил, но зачем ее сразу вытаскивать? Давай на холстере походим. F5-очка. Так, делаем вот и делаем вот так. Хорошо, поехали. Поговорим с Фингерсом. Вообще, что у нас по заданиям-то? Журнал. Найти клинику Фингерса. Старые друзья, уровень угрозы очень высокий. На перепутье добраться до посмерти. Хочешь выследить Хельмана? Начни с посмерти. Тайные удовольствия. Надо будет и Хельмана, кстати, наверное, заняться. Я не знаю, это мне на выбор предоставляют, что я хочу делать, или... Не... Зачем ты мне переставил задание, дружище? Фуф, ладно, поехали дальше. Эй! Здорово. А ну-ка не шагу дальше. Пай, заткни. Слышь, ты к кому? Лучше не начинай. Я тут по делу. Надо кое с чем разобраться. Может, просто отъебешься, чтобы потом никому жалеть не пришлось. Ай-яй-яй. А что сразу так серьезно-то? Я же просто пошутил. Ладно. Шлам, пропусти его. Язык силы. Как я вовремя качнул силу-то? Офигеть. Не-не-не. О, нежное создание света! Внемли! Выключи свет. Ты в непроглядной тьме явилась. Все время надо. К нам! Отвернившим кровью эту землю! Проститутка. Я бы дал владыка мира милость! Его обманили о твоем спасении. Да это настоящий рай. Я вижу. Не в курсе, где тут живет Фингерс? Если б я мог, я бы поменял. Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге... У тебя остаются только провода и пустые бутылки. Так, ужас ответил. Я есть орк, объемлю проклятие древа. Настал конец времен. Так, ну, Америка прорицание. Можете тоже глянуть, ребят. Это какая-то то ли художественная литература. В общем, погружение в лор. Понятно, спасибо. Я заберу. Наверное. Лапу убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты-то пиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Иди и подавай в суд. Зачем я это все делаю? Зачем? Вот зачем я лезу? Ладно. А, я мог просто сбоку обойти, я вас понял, ребят. То есть я там мог... поговорить силой, чтобы меня пропустили. Здесь я мог просто открыть дверь и тупо зайти, и все. Ладно, силы нужно 7. Или 8, посмотрим. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Больна. Состояние больна. Повреждены. Ничего я тебе не должна. Ага. Совсем ничего. Так, пустяк. Примерно 20 кусков. 20 кусков это не так много. Вы меня знаете? Миссис Паркс. Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого, Фингерс? А, это ты здесь, привет. Слышал о нем кое-что. Я тебя не приметил сначала.
У него иногда руки соскальзывают. Ведь кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Сам деле, человек найдем. Исчезает. Обещаю. Почему Эвелин вернулась в облака? После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Угу. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. При том, что у него руки соскальзывают. Мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? В самом-то деле. Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Угу. Попасть, сесть и поговорить. Вот, вот так. Видела вот. Девушку с голубыми волосами? С кукольным чипом. Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно. Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю. Лучше его спроси. Угу. Что мы можем использовать? Можем использовать примирение или силу, ладно. Слушай, моей подруге очень плохо. Можно мы с ней пройдем вперед? Конечно, милая, о чем речь? Так, погоди секунду. Она же только что нормально стояла. Она крутая, терпела сколько могла. Теперь попробуй открыть свой маленький рот. Давай, пойдем. Типа, я их уговорил. Лучше. Погодите, что-то не так. Я все вижу, как в тумане. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Вон вроде все. Поздно. Что, заходим? Да, да, пойдем. Поговорим с этим чуваком. Да, здравствуйте. Привет, привет. Чем могу помочь? Да ты и выглядишь. Удели-ка нам минуту. Чувак. Всего минуту? Ну, как мало. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от Шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Ставишь неисправные импланты. А девушки знают, что у тебя импланты ломаные. Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? Да это, ну, случалось, говорили. Чего вам от меня надо? Знаешь, я из кочевников. Мы люди экономные. Никогда ничего не выбрасываем, пока оно не сломается до такой степени, что уже не починишь и не пристроишь. Это да. Но то, что ты ставишь этим девушкам, кочевник бы даже в руки не взял. Ох, я умоляю, вот не надо преувеличивать. Я даю им, что могу. Чего вам от меня надо? Мы ищем Паркер. Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. У тебя офис есть? А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Ну, по-моему, такое читали. Применяю уже. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. С я нижнего... их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили.
И кроме того, смерть — великий повод к тому, чтобы мы прекратили существование в качестве «я». Благо тем, кто этим поводом воспользуется. При жизни ваша воля человека лишена свободы, все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно совершаются на основе его неизменного характера. Между тем, всякий хранит в себе воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен особью. А, собою, тьфу ты, блин, что я читаю? Ладно, но если бы он и вечно жил, то в силу этой неизменности характера он вечно бы поступал таким же точно образом. Оттого он должен перестать быть тем, что он есть, для того, чтобы из зародыша своего существа он мог возродиться как нечто другое и новое. И смерть разрывает эти узы, воля опять становится свободной, ибо не в эссе, а в операри лежит свобода. Артур Шопенгауэр. Погладили по головке, как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу, располагайте. Лучше сразу выкладывай все, что помнишь. Иначе ты не забудешь мое лицо до самой смерти. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Как эффективно оказалось. Они говорили про бабочку, про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Что тебе надо подышать? Ты вообще-то могла бы тоже поучаствовать в допросе. Я бы тебя еще и ногой пнул бы. Блин, серьезно. Как быстро проходит дипломатия с такими этими чуваками. Но я нажал Z, почему мне не выследилось от... Ага. Я думаю, что приема сегодня не будет, ребят. Ему что-то поплохело, он как увидел это, так ему сразу стало не очень хорошо. Новый чип и криминальный блок. МакКрейн осмотрел комнату привычно фиксировал... А, понятно, это тоже билетристика у нас, да? Можете почитать, ребят. Чтиво тут прям реально дофигища. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Ну, все, теперь сдохни от этого. У нас нет времени на истерику, идем. Давай только без истерик, пожалуйста. У нас много дел. Без истерик? Хорошо. Да. Кого ебет, что Эва уже, наверное, валяется мертвая? Это твои догадки. Мы сейчас теряем время, которое могли бы потратить на поиски. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ну так пойди и сдохни где-нибудь, ну. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Как вариант. Эти ребята никогда бы так не подставились. Угу. Так, ну ты же у нас профи, все оставляют все следы? Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Night City. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Да, да, пойди, посмотри. Сейчас надо подумать. Хорошо, я сажусь с местным фиксером. Я знаю фиксершу из Уэстбрука. Спрошу у нее. Ви... Фиксеры не делятся инфой направо и налево. Мы с ней работали вместе. Не то чтобы она у меня в долгу, но посмотрим. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Давай, давай, чеши отсюда. Я тебе тут как раз и дверь ломанул. Хорошо, ребятушки, давайте тогда на этом моменте будем заканчивать. Немножечко подтянули серию сегодня.
Поэтому я считаю, что на сегодня, наверное, хватит, ребятушки. В следующий раз поедем там звонить, узнавать, разговаривать. В этот раз, не знаю, меня игра немножечко подрасстроила тем, что тут есть респаунящиеся соперники. Это вот очень подло, очень низко. Я думал, что современные игры уже избавились от такого, но, к сожалению, нет. Ладно, не об этом речь сейчас. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Как обычно, все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.